Асюня! Девочка! Девчонка! Ой, хорошая! Знаешь, что все написали? Что ты красотуля. Да, красотуля. Красивая лисичка. Да. Ты моя хорошая. Чего ушки прижала? Вот такая у нас лисичка. Да. Стой. Стой, она ладуется. Иди обнимусь. Вот она упала. Пуику его надо чесать. Давай, пузо почесать. Я. Я. Как лучше тебе снимать-то? Вот так вот, наверное. Но теперь у лисы включился режим кот. И она такая уже, ну, чеши меня, человек. Ну, давай, чеши. Я разрешаю тебе себя чесать. Лисенька всегда радуется. Сначала как собака, а потом такая вот кот она, недовольный кот. Ну, такой уже недовольный кот. Да? Сто, моя хорошая. Ну что ты задумалась? Сто. Руки грязные? Интересно, в чем это руки грязные? Кот. Кот скрипит. Недовольный скрипит. Да. Задней лапой ты там помогаешь? Помогает лапа задняя. У меня собака тоже всегда помогала. Ну, а что ты скрипишь? Ну, пошли кушать. Мурлыка, пошли кушать. Ну, тебе что привезти? Альф заказал утку. А тебе что? Что ты задумалась? Что ты хочешь? Что хочет наша лисичка? Ну, Ася. Наверное, тоже утку. Да? Ну, хорошо. Вкусняшку. Или к соседке зайти. Скажи, купи мне яйца деревенские. Люблю я их носить, закапывать. Ну все, Асюня, я пошла.